Мои TikTok подписчики. Сегодня мы будем играть в Free Fire. Если кто напишет в комментариях Among Us или Roblox или Standoff 2, мы возьмем и в любую эту игру поиграем. Так что вот такие дела. Вот вижу Всё. Кого-то. Можно купить. Надо его кулаками добить, кто это бы не был. Хоть президент сын. Ой, сын президента, то есть. А чему это его зовут? А, птичка. Я мотоцикл нашел! Блин, в стену врезался. Чё? Давай посетки. Давай я посмотрю, как посетки играют. Да, это пока я посмотрю, я пока на своем мотобайке пока. Дай мне тебе потом, да. Челлендж, полотая лава, пятая часть. Дай-ка, мне это не интересно. Нет. Так, играй по сетке в Free Fire. Че, пацаны, погнали. Все, как говорили с Magic Fire. Ой, надо валить. Всем доброго времени суток, дорогие друзья, мальчики и девочки. И еще одну усилию. Я расскажу, как приглашать друзей в Free Fire. Это видео для... А где здесь тормоз? Ну, типа, не знают. Только скачали в игру. И получается, мы изначально должны взять любой режим, кроме соло. Ахим, можешь звук потише делать? Я вообще-то снимаю видеоролик для моих любимых TikTok подписчиков. Каждый сказал бы, ты что, дебил, зачем тебе это, на это? Можно мотоцикл взять. Где этот говнюк? Я сейчас его запомню. Ай, блин. Понял. Ай, ты крыса. Я тебя не заметил. Убил. Так, 33 живых. Ну, я птичку оставлю. Потому что я не знаю, как. Чуть опять стену не влезется. Я Точно, надо было пупка еще снять. Папка. Пупка, не знаю, как он. Не знаю, взять этот? Другой. Короче, я выхожу, сажусь в мотобайк и погнали. Искать кого-нибудь, убьем кого-нибудь. Подписчики, вы меня подписывались? Да, я тебя слышу. Окей. Не помню, что за машина. Жигуль? А нет. Давай, бьем его. И тогда рядом с его профилем будет плюсик. Блин. Нажимаете на этот плюсик, у него высвечивается такое окошко, вас приглашает. Да не бейте меня! Я там ничего не делал, они меня бьют. Правильно делаю. Ты вообще заткнись. Я помню, как ты делаешь. Ну, даже оружие нет. Что это такое? Ага, что надо? Что это такое? Возьму этот пикапчик, он хороший. Отомстить надо. Мотоцикл, на тебя. Да не знаю. Чего? Не знаю, взять мотоцикл. Ладно. Пойду домой обшарю.
Что это такое? Камень. Я только-только скачал и сразу же включил камеру. Блин, зона сужается. А я еще нубик. Точнее, пустой. Вот минус мод. Что это такое? Не знаю, что это такое. Айхан! А? Я сейчас умру. У меня ничего нету. Аллилуйя, слава богу. Наконец-то хоть что-то есть. А, друзья, напишите. 5 плюс 7 будет 11 или 11? Я вот задался вопросом, не знаю. 5 плюс 7, 11 или 11? Ниппон. Айхан, иди сюда! Я такую машину нашел! Да посмотри, да! Я понял! Смотри, какая тачка! А что за тачка? Спортивная тачка в игре. А что в игре? Я прям на зону еду. Что делать? Не взорвался? Вы что гоните? А куда ехать? Надо обшарить дома, есть что-то? Опа-на, что-то есть. Аптечка. Ай, блин. Нет, пожалуйста, не надо. Да ради бога. Что тебе там? Что-то случилось? Ну здесь. Ох, ох, говорят. Не, да. Когда хпшки отнимаются, они такие... Мне очень страшно, честно говоря. Клубника бомба. Здесь-то никак в папк. Но в папк появился монстр трак. Я на нем катался. Вообще. Пипец крутой. Что, машина еще одна? А нет, показалось. Ой-ой-ой. О, Айхан, знаешь что? Мы в школе, Тимур сказал, типа, всю сказку знает наизусть. А потом он честно говорит, ой, какие вопросы я тебе буду задавать. Чисто Тимур говорит. Чисто Тимур говорит. Ой-ой-ой. Я не вижу никого. Короче, покинуть. Где? Какой черт ты меня ударил? Думаешь, я тебя не вижу? Так, пули не тратим. Я и так плохо бегаю. А чё я на машине догнать не могу? Чё я туплю, да? А здесь нет разгона? А, наконец-то. Я только сейчас понял. Сейчас сяду в машину и его догоняю вслед. Я еду за тобой. Ой, ой, убегает, убегает, убегает. Давай, я от кого тебе убегать-то? От меня никто еще не убегал. Наверное. Ёкала-какала, блин, машина не едет. Я просто ему поддаюсь. Я ему рели поддаюсь. Но он младше меня. Не понял, кто мне... Я не могу тормозить! Я не могу тормозить, я не могу затормозить.
А по мне стреляют или это? Так, понял. Давай. Ура! Празднуем! Я его почти догнал. На. Меня убили! О май гад, молодой! Бич, молодой тупайс! Ой, чё вниз головой? Чё? А, всё. Ладно, круто было. Одну катку сыграли, и всё. Ладно, вы были на канале ТикТокчика Бомбодя. И я ещё на YouTube выложу это... Кэф ТВ, всем пока, я вас буду скучать.